Тугустемир, дорогой мой друг, принимается вашим близким. Большой привет и от всей команды милицейской волны. Душа моя, радость моя, жизнь моя, воздух мой, маяк в моей жизни. Светланочка, очень тебя люблю. Светлячок мой, что бы ни случилось, я рядом у твоих ног. Подпись Дэня из Калужской области. Дэня, прекрасные слова, просто сногсшибательно романтично. Здравствуй, дорогая милицейская волна, с Новым годом всех вас, с новым счастьем. Это нам пишет Галина. Галина, узнала вас. Я надеюсь, что вы и ваша дорогая свекровь, Нина Михайловна, закончили все ремонтные дела, все приготовления, и новый 2016 вы уже встретили в обновленном жилище. Помните, тогда аплодировала вам, милые дамы, за то, что, не покладая рук, вы изо всех сил вашему гнезду семейному придавали лоск и блеск. Итак, Галина продолжает. Прошу передать привет моему мужу Кириллу Сорокину. Еще раз большой привет свекрови Нине Михайловне и Гене Козлику, тоже большой привет. Высоцкого просит поставить Галина. Галь, выполняй вашу музыкальную заявку. Еще раз большой привет вам и всему вашему семейству. Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Телефон для меня как икона. Телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной. Расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля. 07! Здравствуйте! Повторите снова! Не могу дождаться, жду дыханье затая. Да меня, конечно, я! Да я, конечно, дома! Вызываю, отвечайте. Здравствуй, это я. Вот и вы можете позвонить к нам сюда на милицейскую волну и просто сказать: здравствуй, это я. Я Маша Харитонова, буду очень рада слышать каждого из вас. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, здравствуйте. С Новым годом, с наступившим всех Новым годом. Анечка, и вас с праздником. Я хочу поздравить своего мужа, Сян Сергея Эдуардовича. Конечно, наверное, это будет не очень такое обычное поздравление в милицейской волне, но мой Сережа находится в заключении. И всех также радиослушатели милицейской волны полиция, которая охраняет моего заключенного, город Торжок, поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю вам всем. Спасибо, дорогая Анна. До скорой встречи в эфире. Дорогие мои, еще раз напоминаю, 495-648-107-8, радио mv.ru, непременно пишите. Не забывайте, что на нашем сайте вы обнаружите ссылку на нашу официальную группу ВКонтакте. И уже совсем скоро свежие приветы и поздравления из группы непременно озвучим. Мы жили дом на горе. Свет на заре, в небо посмотрим.
смотришь даль далека, даль далека, лес да река. Там только жил бы и жил, а только Бог не судил. Вот и печалят издалека, издалека, лес да река. Горят, в речку глядят.